Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина. Я получила свой заказ Фаберлик по 7-му каталогу. Каталог у нас действует до 28 мая. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Давайте смотреть вместе. Для себя я заказала биокондиционер для белья из серии Гринли. Биоформула восстановления. Натуральный цветочный микс. Предназначен на 30 стирок. Подходит для жесткой воды. Объем 500 мл, артикул 10895. Мне очень нравится этот кондиционер. Он очень густой. Сейчас вам покажу такого белого цвета. Сейчас он не очень, он потом загустеет. Очень вкусненько пахнет. Я добавляю, когда стираю постельное белье, полотенце. Запах выветривается, не слышно на белье. У меня муж не любит. И белье мягенькое. Так, дальше из Дом Фаберлик. Соседка заказала средство для чистки духовок Киплит. Свежесть мяты. Удаление жира и нагара. Эффективно очищает плиты, духовки, противни, сковороды, грили, решетки. Я мою свою духовку, вытяжку. Мне очень это средство нравится. Здесь объем 500 мл, артикул 30-120. И обязательно при использовании нужно одевать перчатки, чтобы это средство не раздело кожу ваших рук, так как в этом средстве содержится щелочь. Также эта соседка заказала шампунь из серии Ботаника. Шампунь-бальзам 2 в 1. Береза и репейное масло. Объем 400 мл. Артикул 77-71. И бюджетная серия. И эта же соседка заказала мыло для кухни, устраняющее запахи 5 в 1. Сладкий апельсин убирает неприятные запахи, мягко, эффективно моет и не сушит кожу рук. Действительно так. Объем 300 мл. Артикул 30-204. Хороший помощник на кухне. Очень удобно пользоваться. Надолго хватает. Устраняет неприятные запахи после чеснока, после лука, после мяса. Нож помыть, досточку. Быстро и эффективно. Заказали земляничный гель для душа, увлажнение кожи. Дикая земляника Карелия. Объем 380 мл. Артикул 20-205. Большой объем. Очень вкусно пахнет земляникой. И из серии Витамания заказали гель для душа. Ананас и лайм с фруктовыми кислотами. Объем 380 мл. Артикул 28-78. Уже заказывали такой гель. Тоже очень вкусно пахнет ананасиком. И для мужа я заказала шампунь против перхоти. Объем 380 мл. Артикул 27-59. У него есть такой шампунь. Он им пользуется. Он ему подходит. Перхоти у него нет для профилактики. Шампунь прозрачного цвета. Такой гелеобразный. Приятно очень пахнет мужским ароматом. Это в запас. Для подруги я заказала из серии Beauty Cafe парфюмированный гель для душа Beauty Cafe. И Beauty Cafe Каприз. Объем 150 мл. Артикул Beauty Cafe 8104. Она их очень любит. Я заказала на подарок. И Beauty Cafe Каприз. Артикул 8410. Еще из этой серии она очень любит дезодоранты парфюмированные. Тоже я заказала на подарок. У нас Beauty Cafe Каприз. Объем 75 мл. Артикул 35-13. Я поеду в гости. Повезу на подарок. Так, Beauty Cafe. Артикул 35-01. Объем 75 мл. И Каори. Артикул 35-12.
И еще я для нее заказала серию «Лето». Она поедет в отпуск на море. Это сыворотка для лица, солнцезащитное, содержит SPF 15, антивозрастной уход. Средство защищает кожу от широкого спектра излучения. Невесомая водостойка и комфортная формула, легко распределяется по коже, не оставляя липкой пленки, быстро впитывается, не смывается в морской воде. Результат – мягко увлажненная, эластичная кожа, защита от солнечных ожогов и преждевременное старение кожи. Содержит масло манго, глубоко проникает в кожу и хорошо увлажняет ее. Так, объем 30 мл. После вскрытия 6 месяцев. Артикул 1379. Так, упаковочка не запечатана. Сейчас вам аккуратно покажу. Такая вот туба. И для себя я заказала из новинки гель для умывания. Идеально подходит для бережного очищения кожи, удаляет загрязнение и макияж. Объем, конечно, очень маленький, 100 мл. Артикул 6739. После вскрытия 6 месяцев. Не знаю, насколько мне хватит. Так. Гелеобразный, такой прозрачного цвета. Приятно пахнет. Вот, буду пользоваться. И еще из серии Global Oxygen для себя заказала кислородную очищающую пенку для лица в объеме 175 мл. Артикул 5807. У меня была такая пенка, она мне очень нравится. Эффективно хорошо очищает кожу, создает ощущение свежести и не вызывает чувство стянутости. Улучшает тон кожи, делает ее сияющей и нежной. Подходит для снятия макияжа и не раздражает слизистую глаз. Мне больше пенка нравится в использовании, чем гель. Пенки мне на дольше хватает, чем геля для умывания. Очень удобно пользоваться. Такой дозатор. Буквально одного нажатия хватает, чтобы очистить кожу от макияжа. Но я как-то больше утром даже люблю пенкой умываться, чем гелем. Для себя я заказала свой любимый бальзам для стоп гладкие пяточки из серии Эксперт Фарма. В большом объеме 100 мл. Артикул 1290. Эффективно увлажняет и питает даже самые сухие участки кожи ступней, обеспечивает им мягкость и гладкость. И также имеет заживляющий эффект. Если есть трещинки, не дает образоваться новым трещинкам. Сейчас я открою. Хорошо увлажняет кожу. Гелеобразный. Полностью хорошо впитывается. Покрывается такой пленочкой. И защищает вашу кожу от новых трещин. Хорошо увлажняет и питает ее. Очень нравится этот бальзам. Еще из серии Store de Amore заказали гель-лубрикант в объеме 50 мл. Артикул 8723. Что они первый раз заказывают. Заказали дезодорант антиперспирант для женщин с нотами кувшинки и морских водорослей, 48 часов защита, объем 50 мл, артикул 2592. После вскрытия 6 месяцев. Из серии Beauty Cafe заказали бальзам для губ. Так. Артикул 2569. Хорошие бальзамчики, хорошо увлажняют губы. И из новинки заказали зубную пасту Сакура и Женьшень. Сакура у нас объем 75 мл. Артикул 2672. После вскрытия 6 месяцев.
такая вот туба, идет зафольгированная. Фтором пахнет, приятный аромат. И вторая зубная паста. Объем 75 мл. Женьшень. Артикул 2676. После вскрытия 6 месяцев. Тоже идет туба зафольгирована. Тоже зубная паста пахнет фтором. Заказали помаду из серии HD Color. Так, после вскрытия 2-4 месяца. Артикул 40780. Давайте проверим. Что было целое. Сейчас аккуратно открою. Колпачок. Яркая. Фуксия. Приятно пахнет. Так, проверили. Меня немножко отвлекли, начались звонки. В общем, продолжаем. Для себя я заказала по купону со скидкой 50% увлажняющий крем-тинт для лица в объеме 17 мл. Артикул 6356. Содержит SPF 25. После вскрытия 6 месяцев. Конечно, маленький объем, но мне хватает надолго. Это моя уже энная покупка. Я уже даже не могу сосчитать, сколько раз я его приобретала для себя. Мне очень нравится. У меня сейчас есть такое в использовании. Сейчас вам покажу. Тоже много раз показывала. Такой тинт белого цвета. Вы распределяете по лицу пальчиками. Он подстраивается под тон вашей кожи. Не забивается в поры. Ваше лицо преображает. Выравнивает тон. Для меня это пока самый звонят. Нужно скорее доснимать. Так, и еще из новинки заказали мыло из серии Витамания. Так, сочность вкусов для вашей кожи. Это у нас новинка. Так, артикул 84 грамма. Артикул до найти. Вот артикул 28,79. Так, дальше арбуз. Артикул 28,49. Так, ананас. $29.21. И манго. Артикул 28,69. Так, сейчас я посмотрю, что у меня заказывали. Так, значит, сейчас один покажу. Откроем. Какой показать. Ой, как вкусно пахнет. В общем, такие миниатюрки. Такое мыло.
Мыло Фаберлик мне очень нравится. Оно хорошо мылится, не ломается. До конца используется. В общем, вот такие вот кусочки. Нет смысла открывать все упаковочки. Они все будут одинаковые, только с разными вкусами. Пахнет очень хорошо. И заказали новинку. Амародизиак. Парфюмированную воду для женщин. В объеме 50 мл. Артикул 3082. Полностью идет зафлюдированная. Вот аромат. Вот так в каталоге выглядит аромат. Со скидкой 50%. Цветочно амбровый мускусный аромат с вергдозой молекул аттрактантов. Цветочное дыхание розы и риса добавляет композиция очарования. Это секрет твоего обольщения. 5 молекул притяжения. Невозможно устоять. Содержит сверхдозу молекул аттрактантов, которые делают тебя желанной. Усиливает природную привлекательность, раскрой свой магнетизм на 100%. Получается, как содержится афродизиаки, которые притягивает мужчин к вам. Можно так понимать. В общем, я заказала пробник. Так вот, пробник. Артикул 34200. Я не открывала. Не знаю, как насчет обольщения, но пока я слышу горечь. Потому что все-таки содержится аромат ириса. Но аромат такой приятный. Он должен разойтись. Он расходится. Расходится, да, аромат. И чувствуется все-таки горечь. Но не отталкивает. Приятный. Ну что, все-таки походить с ним какое-то время, послушать. Ну, немножко горечь есть. Так, еще, девчонки, пока вы заказали жилет. Модель S23W334. Состав 8% хлопок, 20% полиэстер. Вот такой тепленький. Выглядит. Размер 2XL. Фаберлик. Аккуратно и красиво прострочено. Тут манжет, резиночка. Так нитки нигде не торчат, все аккуратно прошито. Так, не сушить барабане. Избегать длительного замачивания. Видимо, кто
производитель. Ивановская область, город Фурманов. Вот. Это у нас Иваново. Вот такой у меня, девчонки, заказ. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем любви, всем удачи, берегите себя, мирного неба над головой. И всем пока-пока.